Деньги! Стоп! У тебя неделя, чтобы вернуть деньги. Понял? Чтобы вернуть деньги влиятельным людям в городе, от безысходности ты готов занять их у самого дьявола. Но подумайте 10 раз. Скорее всего, это плохая идея. Если ты торчишь деньги всем мерзким ублюдкам, то в голову приходит одна мысль. Нужно забрать эти деньги у них же. Ты что, щенок? Денег собрал? Итак, парни, правила игры вы знаете, и про меня слышали тоже. Ну что, кто тут у нас? Знакомьтесь, самогонщик. Он прославился тем, что проверяет своих должников на градус, как самогон. Только градус, который они не могут выдержать. Настоящий псих. Так, а этого вояку я вижу в первый раз. Киллер! Точно! Слышал про его метку. Крошит людей налево и направо. А куда это собрался наемник? Походу, завтра прочитаем в сводках наших новостей о новой мокрухе. А тут у нас наш народный избранник. Этот жирный ублюдок просиживает свою жопу в кабинете на кожаном кресле. Эта жадная сволочь очень любит брать взятки, а затем закрывать детские сады. Ну а потом он красиво идет отдыхать в местном борделе, попивая шампусик. Да-да, и все это на наши налоги. Кто только голосовал за этого урода. Десять вслепую. 20 в открытую. 20 в открытую. И с этим ты блефовал? Когда танцуешь с дьяволом, позвони ангелам. Ну или хотя бы в полицию.